друзья, всем привет! Сегодня 1 сентября, конец лета, начало осени, а в нашей семье начало новой жизни, новый этап. Наш сын пошел в первый класс. Первый раз в первый класс. Да, сейчас я вспоминаю время, когда я шла в первый класс. Как правило, дети, если помните, мы все астры, да, такие бордовые, красивые, выращенные на участках. Сейчас дети идут совершенно с другими букетами, они смотрятся как маленькие джентльмены, маленькие леди. В общем, это так интересно и трогательно, очень трогательно видеть, как твои дети выросли. И сейчас начинается важный этап, когда хочется вложить очень много в детей, а это главная мотивация, наверное, любых родителей. Поэтому всех, у кого сегодня дети идут в первый класс, друзья, мы вас поздравляем. Мы с вами тоже садимся теперь за партами. И все самое интересное впереди.